У рабочего, который чудом выжил после падения с крыши пятиэтажки, не было страховки. По его словам, начальство просто не выдало сотрудникам необходимое оборудование, не провели и инструктаж по технике безопасности. Дмитрий Косицын теперь по праву может считать себя счастливчиком. В начале января он упал с высоты около 20 метров и отделался лишь ссадинами и переломами. От гибели его спас сугроб, не убранный коммунальщиками. Сейчас мужчина находится в больнице. По прогнозам врачей, домой вернется не раньше, чем через пару недель. Родственники навещают часто, а вот работодатель, представитель компании «Резон», пришел лишь однажды с просьбой подписать документ об инструктаже задним числом. Скидывали, значит, доски, вот, и одна из досок гвоздем зацепилась за галицу и своим весом утянула меня за собой. Обвязок не было никаких, нам не предоставили работодатели никаких обвязок, то есть просили, но игнорировалось все.